Ха-ха-ха-ха, зомби-полицейские. Ребята, зомби-полицейские. Вы когда-нибудь видели полицейских зомби? Посмотрите, в фуражках бегут. Ой-ой-ой, половину растерял, но ничего, побежали дальше. Вот это прикольно, ха-ха-ха. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, ребята, и сегодня мы будем играть в зомби-цунами, дорогие друзья. Посмотрим, что же нам нужно для полного счастья, для того, чтобы пройти игру и не столкнуться ни с какими, ребяточки, проблемами. Так, ну что ж, погнали. Так, давайте выберем все, что нам нужно. Отлично. Побежали. Ха-ха, посмотрите, какие у нас прически, парики и Элвисы здесь есть. Так, переворачиваем автомобильчик. Берем, ребята, монеточки и начинаем бежать, бежать, бежать. Отличненько, переворачиваем автомобиль и побежали. Так, съели мы только что тетю, превратили ее в зомбика и погнали, погнали дальше. Съели еще одну. Так, прыжок, ой-ой-ой, ребята, видите, половина зомбиков, оказывается, теряется на ямах во время прыжков, потому что отклик кнопки не всегда срабатывает вовремя. И поэтому я могу либо подорваться на мине, либо упасть в яму. Вон, посмотрите, чувак висит на здании, а зомби ходит, его ищет. Вот это прикольно. Ой-ой-ой, машина, ой-ой-ой. Разбился один зомбик. Так, переворачиваем мусорник, забираем отсюда монеты. Я думал, там будет сидеть чувак, которого мы должны будем схавать, но на самом деле это неправда. Там были монеты, ребятки. Так, давайте прыгаем. Ой-ой-ой, аккуратно. Прыжок. Отлично, дорогие друзья. Ой, берем секрет. Здесь наши зомбики превращаются в золотых зомбиков. И к чему, ребятки, они не притронутся, все превращается в золото. Отличненько, дорогие друзья. Просто супер. Прыжок. Классно. Еще раз прыжок. Отлично, ребята. Просто круто. Прыжок. Отлично, ребята. Отлично. Так, побежали, 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 побежали. Так, ну что ж, ребятки, мы довольно-таки уже далеко забежали, уже вот дошли до зимы, ребята. Посмотрите, здесь уже зима, довольно-таки прикольно. 29 человечков мы съели, 29 мозгов, уже 30. Так, вертолет аккуратненько, аккуратненько. Даже зомби в шляпе, ребятки, появился. А вон, посмотрите, зомби на Эверест вышел, вы видели, с флагом. Ой-ой-ой, совсем нечаянно, дорогие друзья, упал в яму. Так, ну что ж, давайте, ребяточки, с вами делаем следующее. О, ребяточки, мы почти уже эликсир. Все, ребята, у нас есть эликсир. Классно. Так, и что он нам дал? О, ребяточки, у нас есть эликсир. Голубой эликсир, который добавит кепку. Ребята, мы сейчас откроем кепку полицейского. Так, тут нам, как всегда, ребяточки, предлагают продать мозги, что, собственно, мы с вами и сделаем. Так, половина полки у нас еще забита мозгами, ребятки. Так, и в маркете у нас появилось... Что-то появилось, ребятки. Так, давайте посмотрим. Нет, ну там все-таки за монеты я могу только, да? За кристаллы. А у меня кристаллов нет. 60 кристаллов нужно, но у меня нету столько кристаллов, ребятки. Так что... Сейчас мы откроем с вами, ребятки, полицейскую форму, я так думаю. Будут у нас зомби-полицейские в фуражках бегать. Поехали, побежали. Так, зомби-забег, зомби-цунами бегут вперед. Отлично, отлично, просто супер. Перфект, круто. Прыжок, отличненько. Еще раз прыжок, круто. Замечательно, я бы сказал, ребятки. Так, ну что ж, круто, круто. Вот, давайте автобус перевернем. Отличненько, дорогие друзья, и мы с вами смогли перевернуть этот
автобус, который в прошлый раз мы с вами... по-моему, не смогли перевернуть самолет, потому что, как сказал мой один дорогой подписчик, у тебя были проблемы с зомбиками. У тебя было не 16, а 14 зомби. И таким образом я в прошлый раз не смог перевернуть самолет и проиграл, ребят. Так, ребятки, ну что ж, мы взяли зомби-волну, зомби-цунами. Огромная волна, которая, ребятки, сносит на своем пути практически всю. И мы с вами вот так вот отлично играем в эту игрушку. Ну, зомби-майя, посмотрите, ребятки. Вот эти пирамиды были, вы это видели? Так, ну что ж, ребятки, 25 зомбиков у нас сейчас есть в комплекте. Так, и мы с вами, ой-ой, половину как всегда потеряли и превратили все либо в монеты, либо потратили зомбиков на то, чтобы хоть как-то, ой-ой-ой, на бомбочках, ребята, я взорвался на бомбах, абсолютно. Так, ребятки, ну что ж, мы ниндзяки, отличненько, мы ниндзи, которые хотят, ребятки, все на своем пути уничтожать. Вы видели, ребятки, как я звездочками уничтожаю все, что... движется на моем пути, ребятки. Вон зомби-то уже выгрызает из скалы. Так, прикольно, что у ниндзя, ребятки, есть двойной прыжок, который реально помогает и спасает при тех обстоятельствах, при каких я не могу абсолютно ничего сделать, ребятки. И все зомбики, ребятки, как всегда, упали нечаянно в яму. Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте все-таки до конца этот эликсир допьем. И что здесь у нас? И здесь у нас открылась, ребятки, полицейская фуражка. Так, ну что ж, давайте все-таки ее купим, пойдем в маркет. Давайте пойдем в маркет, ребятки. Давайте сначала возьмем все это эликсиры, чтобы у нас были куплены. И теперь возьмем, ребятка, кепку полицейского. Так, ну что ж, отлично. Теперь мы полиция, ребята. А-ха-ха-ха-ха, зомби-полицейские. Ребята, зомби-полицейские. Вы когда-нибудь видели полицейских зомби? Посмотрите, в фуражках бегут. Ой-ой-ой, половину растерял, но ничего, побежали дальше. Вот это прикольно, ха-ха-ха, зомби-полицейские, вот это круто. Вы только посмотрите, так, переворачиваем машину. Так, зомби-полицейский, ты же должен не нарушать порядок, ребятки. Что же это я упал-то опять-то? Опять упал-то, а? Так, ребяточки, я опять упал, и это в действительности не смешно, потому что нам нужно выигрывать, а не падать, ребятки. Так что побежали. Так, зомби-фуражка бегут вперед, ребяточки. Погнали. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ох, как же это вкусно. Какие же людишки вкусные на вкус, ребята. Вы просто не можете себе представить, как это вкусно. Ням-н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 ям. Как же это вкусно. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Прыжок отличненько, дорогие друзья. И это просто круто. Прыжок отлично. Прыжок отлично. Прыжок отлично. Еще раз прыжок. Просто замечательно, ребята. Давай-давай-давай, отлично, ребяточки, как всегда, автобус мы с вами переворачиваем с легкостью и не сталкиваемся ни с какими проблемами, которые могли бы препятствовать нашему злодейству. Перфект, ребятки, мы собрали все монеты. Так, не всегда получается собрать все монетки, ребятки, с первого раза. Так, ребяточки, гол, золотые зомбики. И это просто прикольно, просто круто. Я бы сказал, даже классно. Перфект. Круто, круто, все круто. Так, все отлично. Мы даже, ребята, танки превращаем в таких, так называемое золото, даже бомбы. Все, что попадается на нашем пути, мы все превращаем, ребяточки, в зомбиков. Ой, в зомбиков, в золото. Так что золотые зомбики, это довольно-таки прикольно. Ого, ребята. Все зомби золотые потерялись, вы видели, на яме.
Я реально... Вот тыквенная голова. Я реально, ребятки, практически не успеваю ничего сделать. Да что ж ты будешь делать, а? Как я мог, ребятки, так облажаться? Ну ничего, дорогие друзья, не будем о плохом, а будем лучше о хорошем. Так, что у нас тут набирается? Ковчег зелья. Так, ковчег зелья набирается потихонечку, и это просто замечательно. Так, ну что ж, дорогие друзья, мы сегодня играли в вот такую вот крутую игру «Зомби-забег, зомби-цунами». Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. Если что, нажмите на клоуна, которого вы видите сейчас перед собой. И подпишитесь на мой канал. Также, ребятки, смотрим мои другие видосики. Я вас сильно очень всех люблю. А с вами был, как всегда, Юра, ребятки. Вы были на канале «Вечное детство». Пока-пока, в следующих сериях.